США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с терроризмом. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Катар, сообщил, что документ был подписан после переговоров, продолжавшихся несколько недель. Тиллерсон занимается челночной дипломатией, пытаясь разрешить кризис. Ранее несколько арабских стран обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с ним отношения. Старший сын президента США, Дональд Трамп-младший, опубликовал электронную переписку о его встрече с российским адвокатом в период избирательной кампании. В одном из писем сообщается о предложении российского прокурора предоставить штабу Трампа компрометирующую информацию о сопернице Хиллари Клинтон. На Гавайях агенты ФБР арестовали сержанта армии США, который обвиняется в попытке передать ИГИЛ секретные документы и военное оборудование. Он также заявлял о своем намерении присоединиться к террористам в Сирии или Ираке. Транспортный самолет корпуса морской пехоты США потерпел крушение в штате Миссисипи. Погибли все 16 человек, находившиеся на его борту. Причины крушения неизвестны, ведется расследование.